Здравствуйте, продолжается третий день поднятий на 15 этаж. Сегодня уже в теле чувствуется бессилие. Чувствуется, что я, блин, могу сегодня не подняться на 15 этаж. Да? Я поднимусь, я даже черепахой, я поднимусь, но, возможно, займет это больше времени, чем вчера. Вчера был результат быстрее, чем позавчера, сегодня. И очень интересно, что будет сегодня. Первый. Главное дышать. Я забывал дышать в те разы. Третий. Этажи вообще не считаю. Даже не смотрю на этажи сегодня. Мне неинтересно, какой сейчас этаж. Мне главное бежать. Главное подниматься наверх. Все еще иду через две ступеньки. Две ступеньки. Ход замедлился. Я не смотрю на этажи. 11-й. Я думал, уже 15-й. Двенадцатый. Хватит. Зачем? Вообще сил нету. Просто Бобик сдох. 14-й. Ой, ноги вообще не держат. Может, нужно сделать день выходной? Пиво попить? Не, сегодня не могу, нет. Давай, давай никогда. Никогда устроит? Я раньше воду не воспринимал как питье. Это вода, это так, чтобы чаю сделать. Чтобы пить, нужно всякие лимонады. Ну, если я в магазине трачу деньги, я не трачу их на воду. Что за бред? Я трачу их на газировки. Нет, вода – это питье. Вода. Я сейчас какие-то газировки пью, но редко. А, и, кстати, элемент челленджа – это не мыться все 15 дней, потому что... Это плохая примета.